Доброго времени суток. Сегодня речь пойдет о том, как произвести мониторинг нагрузки процессора, либо нагрузки видеокарты, также частоты кадров и прочих устройств в играх. Что для этого понадобится? Во-первых, мы скачаем программу MCE Afterburn. Где ее скачать можно? Ссылочка будет в описании. Скачав программу, производим ее установку. Показывать я это не буду. Единственное, что здесь скажу, что нам понадобится программа Riva Tuner, которая будет устанавливаться в комплекте с MCE Afterburn. Во время установки не забудьте поставить галочку на установку Riva Tuner Statistics Server, чтобы установить ее в комплекте с этой программой. После установки запускаем MCI Afterburner. Заходим в настройки, settings. Листаем в конец. Выбираем язык, если нужно, если вы его выбрали неправильно или не было выбора. Выбираем скрин, точнее скин, который будет отображаться в программе. Ну, обычно люди выбирают второй, самый популярный, самый простой интерфейс программы. Далее переходим во вкладку мониторинг. Выбираем необходимые показатели, которые мы хотим видеть в наших играх. Я оставлю температуру ГП, ставим галочку, а также выбираем сам параметр, и внизу видим, появилась установка других дополнительных параметров. Выставляем галочку на показатель в OED. Также делаем все, что необходимо, таким же образом. То есть я выставлю температуру центрального процессора. Также выбираю показать OED, загрузку с каждого процессора, каждого ядра. Выставляю, а также выставлю частоту кадров. Ставим галочку, выбираем пункт и ставим показать OED. Нажимаем ОК. После чего настройка не завершена. Нам понадобится еще одна программа, о которой я говорил выше. Это Riva Tuner Server Statistics. Заходим в мой компьютер. На диске C, программ Files, находим Riva Tuner Statistics Server, запускаем RTSS. Она должна появиться у нас в трее, так оно и есть. Открываем. Здесь настраивать ничего не надо, оставляем так, как есть. Единственное, что вы можете для себя выставить величину шрифта отображаемых параметров и цвет, какой вам будет удобен. Поставим красный. Окей. Сворачиваем обе программы. Запускаем необходимую игру. Итак, запустили игру. В левом углу мы можем видеть параметры мониторинга системы. Вверху температура видеокарты, ниже температура процессора и нагрузка процессора. Следующие пункты. Самый нижний пункт – это частота кадров. Таким образом мы можем просмотреть параметры ресурсов компьютера, их работу в играх. Наваляем немножечко стражникам и
теперь посмотрим на параметры. Хорошего понемножку. В общем, в таком духе.